давайте с этим, наверное, разберемся. А можешь вообще сюда залезть? Я здесь. Я упал. Ну, волки мне теперь не страшны. Мне не страшен серый волк. Да и любой другой. Так, элитный. Вот элитный, мне нужно его как-то выманить. Наверное. Я еще залезть здесь не могу, как назло. Падаю здесь. Ой, как тяжело. Тяжело быть в этом картонном мире картонкой. Выманиваем волка элитного. Если сейчас много на меня волков нападет, то будет печально. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. А! Это что такое сейчас было? Вы это видели? Он откуда ни возьмись вообще пришел. Ладно, разберемся с ним. Офигел совсем. Из текстуры вылетел. Засранец. Давай с тобой еще разберемся. Хильтись, хильтись жизни. Минус. Я думаю, что меч надо будет изменить, да? Сейчас, когда новый меч будем создавать, ребят, сделаем его супер крутым каким-нибудь. Потому что здесь одно только оружие, и его можно кастомизировать. Я думаю, что его можно будет кастомизировать по-разному. Как хотите прям. Можете прям топор, мне кажется, будет сделать. Вроде бы сделал меч, а получился топор, да? Так. Хорошо. Ждем, пока подхилимся, и сразу идем на элитного. Ну тогда мы в прошлый раз вообще без проблем его победили. Разницы я не увидел. Между обычным и элитным. Не знаю, кто. Нет, это все-таки который выше, ближе находится. Надо сначала на него, наверное. Как-то они странно все стоят. Иди сюда. Готово. Игра, разумеется, мультиплеерная, как и большинство. Так что здесь можно будет даже с друзьями поиграть. Я думаю, что... Ну, лично мне нравится. Не знаю, как остальным. Мне лично эта игра нравится сейчас. Пока что из всего, что я увидел, мне все понравилось. Все, элитный волк. 500 хп. Не знаю, удастся ли подхилиться, потому что у меня голод вроде бы. Нет голода. Еще и меч сломался. Душа волка! А чё меч? Ты ж сломался, чё? Он сломался, но я в руках его держу. Это баг. Смотри, у нас душа волка есть новая. Тоже дает критический урон, дает демейдж. Критический. Шанс на критическую атаку. Ну давай посмотрим, ладно. Могу ли я сейчас бить мечом, учитывая то, что у меня его нету? Ребят, я продолжаю бить мечом. Он у меня сломался, а я все еще им бью. Ну да, это баг какой-то мы словили опять. В принципе, игрушка находится в ранней альфе. Поэтому ничего удивительного здесь нету. На самом-то деле. Так, элитный волк. Сейчас мы подхилимся и сразу начнем с ним воевать. Я здесь, волк, я здесь. Иди сюда. Друзей своих не зови только. У меня теперь вообще огромный шанс на крит. Я не знаю, как это работает, когда у тебя есть меч, которого не должно быть, который сломан. И еще одна получается, видите, эссенция. Я не знаю, что дает эссенция, точнее душа, получается, медведя. Но, по крайней мере, из волка падает только критический урон. И армор увеличивается. Да, увеличивается, получается, броня. Я сейчас вообще буду пули непробиваемым, получается. А если сделаю себе железную броню, так вообще пипец. Пойдемте попробуем сразиться с раптором. Я уже давно хочу это сделать, но мне ничего не позволяет. Не позволяло. Теперь-то у меня вообще все идеально. Так, сначала можно медведя
завалить. Какого из них? Они все рядом находятся. Как-то опасненько, если честно. Или не бить медведя, дождаться раптора где-нибудь. Поискать. Иди сюда. Иди сюда, пуща. Не! Не! Убиваем медведя мечом, которого у нас нету. О! Не понял. Не понял сейчас. У меня бьет. Дерусь, короче. Иначе умру. Я и так умру, да, походу. Я его убил, господи! Это было настолько опасно. Ну ладно, нифига себе из него. Все, рапторы, это самая важная цель, ребят. Ищем рапторов, убиваем, потому что из них вообще огромное количество шкуры вылезает. Нафигеть, ничего себе, да? Взял, напал на меня. А убежать-то уже нельзя, скорости не хватает. Может быть, медведи дают скорость? Потому что волки дают броню и критический удар. Так, ну пойдемте рапторов искать. Рапторы мне понравились. Из них хорошие, много очень этого вываливается, шкур. Копикэт и Риска, приветик. Раптор, привет. Попасть бы по нему еще. А, не, из элитного раптора, наверное, будет. А я умер. Да, я умер. Нет! Нифига себе! Офигеть! Жесткие, жесткие. Надо бежать обратно. Я не знаю, сохраняется ли то, что у меня было на том месте, где я умер. Все-таки я умер, ребят. Не, того раптора, даже учитывая то, что мы убегали от него, мы убили. Знаете почему? Потому что мы хилились. Потому что мы съели еду, потому что мы съели кусок мяса и хилились благодаря этому. А часто я не мог, у меня полностью был голод утолен. Это вообще печально. Фух, жалко. Жалко на самом-то деле. Надеюсь, то, что все те предметы, которые у меня были, они остались там, в ящичке. Побежали, короче, туда. Я очень сильно на это надеюсь. Вот интересно, на облака можно будет залезть? Они вроде бы такие же, как и все остальное. Из картона. Главное сейчас ни на кого не нарваться. Я уже понял, что рапторы тебя догоняют в любом случае. То есть у них скорость это 100%. То есть, если ты убьешь элитного раптора, то, скорее всего, у него будет скорость. Я тогда боялся нападать на раптора, вот ты правильно делал. Хотя, как я убил это... Ой, повезло, видимо, как-то. Как-то просто повезло. Сейчас уже ночь будет, надо быстрее забирать все и уходить. В принципе, если у него сейчас не идет подхил, что, мне кажется, наоборот, у него отхилились все жизни... то мы можем его добить. Смотри, там я кусок шерсти оставил. Как я вообще так мог поступить? Что со мной не так? Или это у меня разлетелось настолько все далеко, что там кусок шерсти остался? Видите, кусок шерсти? Не знаю. Сейчас узнаем. Я, кстати, максимально голоден. Где-то здесь был раптор. Так, вот, видите, я здесь умер. Здесь даже, видите, меточка остается. И раптор стоит на этом месте. Надо будет немножко подальше от него отходить. Так, сейчас надо собрать тогда, получается, еды. Так, это баг опять какой-то. От раптора я не убегу. Тем более без брони я, видимо, сразу умру. Вон он стоит. Так, еще и нет выносливости сейчас. Ну, я не знаю, что делать, слушайте. Он все время там тусит. Сейчас сюда ко мне побежит.
Вали отсюда, раптор, вали. Ты здесь никому не нравишься, раптор. Там еще один заспаунился сверху. Сейчас немножко назад отойдет, я сразу заберу. А, это не раптор, это медведь. Окей. Все, он назад отошел немножко. Я не знаю, могу ли я сразу все забрать. Меч. А меча-то у меня нету. Отстань! Просто бежим. Просто бежим. Я не знаю, как долго он будет за мной гнаться. Все, отстал. О, мой бог! Хорошо, что я все успел повесить на себя. Всю броню. Иначе бы сдох. Ладно, возвращаемся, потому что уже, видите, заход солнца происходит у нас. Надо возвращаться и скидывать все материалы. Пробую что-нибудь сделать новенькое. Вот опять раптор стоит. Вот когда их ищешь, их нету вообще нигде. А вот когда возвращаешься домой, никого не ищешь, они повсюду. В принципе, за этот поход мы собрали довольно-таки неплохое количество шерсти. Правда, у меня меч сломан. Сейчас надо будет каменный меч сделать опять-таки. Ну, либо постараться сделать железный. Не знаю, возможно будет. Получится ли у нас. Побежали, 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 побежали. Сейчас демоны будут появляться всякие. Надо быстрее. А, вот уже появился, да, гоблин. Говнюк, только скажешь. Помнишь, говно вот оно, говорится. В общем, сейчас возвращаемся обратно. Блин, здесь... Это кто, гоблин? Я вот не знаю, гоблинов стоит ли вообще убивать? Мне кажется, не особо. Потому что мы помним... Воу! Имп! Отстаньте от меня, демонюги. Ну все, он меня сейчас догонит. Не бьет пока. Окей, повезло. Все, забираем сюда. Вы голодны. Ум, этот персонаж всю жизнь голоден просто. Как его не кормил, он постоянно голоден. Окей, что можно сделать? Смотри, у нас есть много шерсти. Много это сколько? 3? А я что-то не собрал, получается, или что? Я, получается, не собрал шерсть, которая там была. 3 шерсти просто. Офигеть. Какая-то дичь просто. Просто дичь. Из этого я ничего не могу сделать, видишь? Я могу чисто скрафтить здесь что-нибудь. К примеру, хоп. Вот эту штуку могу скрафтить. Давай скрафтим. Посмотрим, что из этой штуки можно скрафтить. А, у меня их 4. А, вот, все-таки была шерсть. Окей, ладно. Можно скрафтить вот такую штуку. Давай посмотрим, что из этой штуки можно будет сделать. Сделали. Вот! Вот, что нам нужно. Веревки кожи, или как так называется. 3 штуки нам дали. Офигеть! Ну что, смотрим. Нам нужно для меча, получается, железного. Где он там? Чем он постоянно прыгает? Для меча железного нам нужно 6. Все, у нас хватает, получается. Не, подожди, хватает у нас этого. А железа сколько нам нужно? И железа нам нужно 13. У нас не хватает железа, получается. Все, супер, офигеть! Все, однако, у нас все хорошо держится. Давай, получается, делаем вот эту вот фигню. Что произошло? Почему я все выкинул? Не, вот эту штуку мы делаем. Так куда я все это кладу-то? Вот, все правильно. Крафтим. Готово. Это скидываем. Эту штуку мы крафтим. 6. Все, этих 6 у нас ровно. Сейчас мы возвращаемся в пещеру, добиваем, получается, немножко. Хотя, с другой стороны, да, что будет правильно сделать? Меч или кирку?
Мне кажется, меч будет правильный, потому что нужно будет защищаться от рапторов всяких, всяких демонюк. Поэтому сейчас, я думаю, с этим будет правильнее разобраться сначала с мечом. Что происходит? Что за звуки такие страшные? Так, здесь это я сам сделал пещерку мини. Мини-пещерку. Где-то была пещера, я не могу ее найти. Вот она, видимо. А! Господи, пугаешь, блин, засранец! Вы слышали, видели этот скример? Еще одновременно, прям как я на него посмотрел, сразу же издал какой-то возглас, блин, засранец. Страшный. У меня ж нет меча просто, я не могу ему ничего сделать. А, он исчез куда-то? А, ну ладно. Ну ладно, хорошо. Допустим, что здесь никого нету. Надеюсь на это. Я слышу кого-то. Но не вижу. Так. Это не железо, вот железо вроде. А, вот он, да. Забираем. Боюсь дальше проходить, потом еще и не выйду отсюда. Какие-то звуки издают постоянно страшные. А-а-а! Он нападает на меня. Он на меня нападает, надо бежать быстрее. У меня нет меча, мне нечем отбиваться. Скотина страшная, блин, страшная. Фигнюха. Так, ладно, может быть где-нибудь еще. О, вот железо, смотри-ка. Или что это? Нет, это был звук такой железный. Так. О, хорошее место. Надеюсь, то, что никто не заспаунится здесь, пока я здесь долблю. А, это... Вот она, медь! Я думал, что за медь, где ее брать? Вот она где, оказывается. Но медь нам особо не нужна, нам нужно именно железо. То есть железо будет поважнее, конечно, чем медь. Там в... А там что такое, непонятно. Там пещера какая-то. Там какая-то пещера. Так, железку забрали. Короче, я понял один прикол, видимо. Хотя, может быть, я не прав, ладно. Если ты копаешь рядом с железом, к примеру, землю, то, скорее всего, ломается даже железо рядом, которое стоит. Но при этом земля копается быстрее, чем железо. Вот в чем прикол. Так, мне вот эта вся штука мешает. И там, видите, железяки вверху. Или это не железяки, это ли? Что-то другое? Видите, я почему-то не устаю, я не знаю почему. То есть, видимо, усталость зависит только от того, когда вы бегаете. Здесь пещера тоже. Я слышу имп, где-то летает, крыльями своими машет. Так, хорошо.
Сколько у нас получается? 36, нифига. Че, вообще нормально будет. Видите, там тоже пещера. Добываем. Ну, сейчас застрять бы, конечно, не хватало. Убирайся отсюда, выбирай. Чё это звук? О, мой бог! Это голем! Не, спасибо, ребята. Я что-то не хочу туда больше залазить. Не, не хочу, спасибо. Вы это видели? Офигеть. Ох, хвостик не модер, нет, не модер. Офигеть. 6. Делаем железяки, окей. Блин, чуть не наложил, блин. Да, не делается даже без моего присутствия. Короче. Сколько броня стоит? Броня, в принципе, почти так же стоит. То есть железные слитки и вот эту вот фигню. Но при этом меч будет делать важнее. То есть, в принципе, урон мы держим неплохо, а вот наносим небольшой. Я считаю, что чтобы нанести большой, нужно, конечно, сделать вот этот вот меч сначала. Так. Слитки у меня есть. Мне не хватает. 23 слитка у нас есть. Хорошо. Все. Делаем. Раз ставим. Два ставим. Меч. О, мой бог! Железный, ребят, не бронзовый или какой там, купер, медный. У нас сразу же железный меч. О-о-о. О, май гад. Все. Я иду его испытывать, ребят. Сразу же надо будет потом сразу сделать себе вот, так, вот эту штуку. То есть железные доспехи. Здесь, кстати, есть железные инструменты, которые типа вот компас, который, видимо, указывает направление. Также можно будет делать... постройки из железа. Ну все, показывайте мне кого. Кого нужно избивать. Мне уже и голем не страшен. Не, на самом деле страшен. Не хочу. Не хочу пока что. Потом. С големом потом посражаюсь. Мне кажется, он меня с 2-3 ударов убьет, а потом я не заберу свои ресурсы, не смогу. Так, ладно. Вот гоблин. Гоблины. Привет. У меня новое оружие. Я готов испытать его. А, элитный гоблин. Элитный гоблин. Элитный гоблин, я здесь. Давай. Чё-то я бью слабо все равно. Не, ну в принципе неплохо. Но я думал, что будет больше урон. Смотри, что мы взяли, мы душу гоблина взяли. Что он дает? Критический шанс критического удара 5%. На 2,5 удара больше. 2,5 раза больше. Я не знаю, можно ли крафтить из этого что-нибудь. Давайте посмотрим. Нет, нельзя. То есть эти души, они остаются. И 25 армор. Ну не. Гоблин сол, в принципе, ничего такого сверхъестественного не дает. Ничего такого интересного. Привет, гоблин еще один. Раньше я вас боялся, но теперь настали другие времена. Но, на самом деле, все равно вносит нормальный урон, что бы я ни говорил. То есть, даже учитывая то, что у меня такая броня, да, ну, более-менее, я не скажу, что хорошая, но при этом более-менее. То, что у меня вот эти вот штуки, души волка стоят, они все равно мне конкретно дамажат. Так, здесь волки обычно спавнятся. Ага. Обычно спавнится, но сейчас нет. Сейчас что-то пошло не так. Окей. Побежали дальше. Пойдемте к рапторам. Я не знаю, будут они там, не будут. Но все-таки я хочу рапторов сейчас завалить. Чем больше рапторов завалим, тем больше получим, разумеется, шкур. Из них кожи много выпадает. Я не знаю, может быть рассвет, потому что не полностью еще, не полностью утро наступило. Потому что там, видите, гоблины у нас находятся. Скорее всего, да, из-за этого. Я экстремально голоден.
Исчезать они не хотят пока что. Не медведей, а вон, наконец-то, волк. Медведи, да, надо валить. И рапторов. Самое такое. Из медведя очень много мяса выпадает. Из раптора очень много шкуры выпадает. Из волка что-то среднее, знаете. И того по чуть-чуть, и того по чуть-чуть. Воют, воют, слышите? Что за звук? Медведь! Я здесь. Ну теперь быстрее, явно быстрее мы ему сносим хпшечку. Я так понимаю, здесь голем, да? Вы слышите? Вы чё? Прикалываетесь, алё? Ну, в принципе, не так уж он сильно бьет. А, он не такой уж и сильный. Ладно, валим его. В принципе, с моим оружием можно справиться. Опа-на! Из него железная руда падает. Неплохая тема, слушай. Неплохая, однако, неплохая. Ждем подхила и сейчас еще одного завалим. Фух, я думал, он сильнее. Ну, страшно, страшно, на самом деле. Когда не знаешь, на что способен противник... С ним сражаться. Немножко опасненько. Привет. Я здесь. Он застанился. Ну, что-то мало с него руды было. Мне нужно рапторов искать. Сейчас моя приоритетная цель это все-таки рапторы.